Всем привет, друзья! Сегодня мы поговорим о новом блокчейн-проекте, который называется Payment Porte. Технический прогресс движет правила и привычки нашего общества. В настоящее время большинство людей в развитых странах уже пользуются электронными деньгами и совершают ежедневные покупки и платежи, используя их. Фиатные деньги становятся менее приоритетным способом платежей, и это кажется нормальным, потому что цифровые деньги дают нам больше свободы и больше возможностей для совершения покупок всего в один клик, сидя на диване у себя дома. Это быстро, прозрачно и удобно. Но что же дальше? Ведь данной технологии уже довольно много лет. И она была выпущена еще в 1950-х годах в США. И это довольно старый способ для платежа. Я имею в виду банковские карты. Если говорить открыто, банковская система полностью централизована. И главная проблема в том, что когда банк рушится, ваши сбережения рушатся вместе с ним. Примеров тому много. Давайте кратко вспомним финансовый кризис 2007-2008 годов, когда разваливаются многие банки, даже самые крупные. Многие люди теряют большую часть своих сбережений или замораживают их на долгое время в такой ситуации. В один прекрасный день многие люди пытались вывести свои средства из обанкротившихся банков, но большинство людей ничего не получили и были разочарованы. Позже правительство покрыли потери большинства людей, но много времени и нервов было потрачено. Payment Porte – это абсолютно новая децентрализованная платежная система на основе технологии блокчейн, которая поможет совершать платежи криптовалюте всего в несколько кликов. Payment Porte будет иметь собственный кошелек, а также фиатную карту для того, чтобы могли беспрепятственно совершать ежедневные покупки при помощи вашей криптовалюты. Payment Porte попытается создать такую платформу, которая позволит вам отсылать деньги или ваши другие виртуальные валюты как простым людям, так и прямиком на банковский счет юридических компаний, без каких бы то ни было комиссий, очень быстро и просто. Основным преимуществом Payment Porte является то, что абсолютно не важно, между кем и где будет совершен обмен или транзакция криптовалютой. То есть вы можете отсылать ваши криптовалюты человеку на другой конец земного шара, и он получит их достаточно быстро, потому что Payment Porte попытается сделать собственный блокчейн, децентрализированный, который будет иметь все необходимые свойства этой технологии, такие как прозрачность, децентрализованность и безопасность. Вы можете получать ваши средства даже на банковский счет при помощи Payment Porte. Также у Payment Porte будет собственное приложение, с которым вы удобно сможете распоряжаться вашими цифровыми активами. Интересный проект. Заходите на канал, подписывайтесь. Подписывайтесь на группу Telegram Payment Porte и следите за новостями. Всем пока.